Новый налог для жителей столицы планируют ввести муниципальные власти. Ежемесячно по 10 леев будут платить кишиневцы старше 18 лет, прописанные в муниципии. От сборов освободят инвалидов и социально уязвимые семьи. Механизм еще не создан, но в результате этих накоплений и других налогов мы сможем собрать 100 миллионов леев. Эти деньги будут направлены во дворы домов, туда, где царит хаос, где есть вулканы, кратеры и все что угодно. Многие кишиневцы признаются, что готовы к дополнительным расходам с единственным условием – деньги должны тратиться прозрачно. Если действительно эти деньги пойдут на ремонт, и расходы будут публичными, открытыми, об этом будут отчитываться ежемесячно или ежегодно, будет неплохо. Это не такая уж и большая сумма. Может, со сбором мусора, если это будет реально работать, то без проблем. Просто обычно у нас такая практика, что мы платим за что-то деньги, а результатов мы не видим почему-то. Были и те, кто не согласен ежемесячно платить дополнительные 10 леев. Уже достаточно налогов установили. В то же время многоэтажки и дворы в плачевном состоянии. Опять же, они будут делать все это за счет граждан. У нас очень много иногородних, которые имеют регистрацию в других регионах, в смысле в республике, а живут здесь. Я вообще считаю, что лучше штрафы ужесточат за нарушение, в смысле за вандализм этот в переходах. Пусть меньше воруют, тогда будет лучше. В итоге можете меня критиковать, осуждать, но знайте, что это должно быть сделано. Проект поправок местных налогов вынесен на общественное обсуждение. До конца года он должен быть утвержден муниципальными советниками.